Миша актер, давай. У тебя горе? У тебя горе? Что случилось, Миш? Горе у него. Что случилось? Ты любовь свою потерял? Да? Бедный. Что будем делать? Тебя Катя бросила? Да? Ай-яй-яй. Ты ее любишь? Сильно-сильно. Сильно-сильно. Она тебя бросила, и ты плачешь? Да. Давай купим ей цветы. И она тебя снова будет любить. Да, ты застрял? Ну так вылазь, надо же цветы идти покупать. Ты ж хочешь ее вернуть? Хочешь вернуть Катю? Подумай хорошо. Ты застрял? Ты за Катей будешь идти? Предложение ей делать. Ну вылазь. Она же сама не придет. Или ты ждешь, чтобы она тебя достала? Да, хочешь, чтобы она достала? Да. Давай позвоним ей. Позвоним? Скажем, Катя, достань меня. Я тебя люблю. Да-да. Давай, звони. Помоги, Катя. Звони, Катя, скажи. Алло. Алло, Катя. Алло. Что Катя говорит? Застрял. Ты застрял? А что Катя тебе говорит? Вот так. Вот так? Так что, Катя придет, сказала? Придет. Хорошо, ждем Катю. Катя пришла, смотри. Глянь, какая Катя пришла тебе на помощь. Я застрял, вылазь. Ой, вылазь скорей. Ура! Достали Мишку. Ну все, встреча такая, обнимайтесь. А, тебе там нравится? Тебе там нравится? Тебе там нравится, Миш? Я гики. Понятно. Давай помогаю. Вот так. Ой, Миша. Все, не застревай. Так все, Катю благодарить кто будет? Я. Так скажи ей спасибо. Миша пошел в укрытие. Миш, пока. Скажи, поставь мне лайк. Пока. Скажи, поставь лайк. Лайк, пока. У тебя там? Это что такое, цветочек? Ты кому его приготовил? Кате? Так давай дари Кате цветочек. Спасибо, Мишка. Ну, обнять. Ой, вообще, любовь, короче.